диагноз поставили врачи молодому популярному грузинскому актеру Георгию Махарадзе. Медики обнаружили у него злокачественную опухоль. Георгий Махарадзе сыграл свои главные роли на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Катемар Джанишвили. В последнее время актер много снимался в кино. Особенную популярность Махарадзе принесли роли в сериалах «Тёть Лиз» и «Подруги моей Яны». У Георгия есть дочь Элени от первого брака с певицей Мариам Рейнишвили. После того, как стало известно о страшном диагнозе, выяснилось, что у семьи актера нет средств на дорогостоящее лечение. В связи с этим в социальных сетях друзья и коллеги артиста просят о финансовой помощи, сообщает Радио Спутник. «Очень прошу, сегодня Георгий как никогда нуждается в нашей помощи и поддержке, чтобы победить эту коварную болезнь и вернуться к привычному образу жизни», пишет в Facebook режиссер Мариам Кацарава. Как писали Дни.ру, после гибели в 2017 году Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова, проигравших неравную борьбу с опухолью мозга, в российском обществе опять пробудился страх перед страшным диагнозом. Злокачественные новообразования в мозгу являются третьим по распространенности типом онкологии у мужчин и четвертым у женщин. При этом самый опасный тип таких опухолей, глиобластома, встречается крайне редко. Согласно статистике, этот тип онкологии диагностируют всего у 4 человек из 100 тысяч. Однако именно эта редкая разновидность опухоли мозга является самой смертоносной, она прогрессирует с невероятной скоростью. С момента ее образования до наступления последней стадии проходит всего 3 месяца.